Добро пожаловать на Hanis.ru. Вы смотрите 105-й выпуск нашей информационной программы. Сегодня мы обсудим события, произошедшие в мире высоких технологий за последнюю неделю. Итак, поехали! Великобритания готовится к испытаниям фантастической технологии, которая позволяет заряжать электрокары прямо во время движения. Уже в этом году государственная компания Highways England построит экспериментальную трассу, которая будет питать батарейные автомобили энергией. Автомобили с поддержкой беспроводной зарядки смогут подзаряжаться от оборудования, установленного под поверхностью дорожного полотна. Причем автомобилям даже не придется делать остановки для заправки. В случае успешного результата испытаний беспроводные зарядные устройства появятся на основных дорогах страны. В ближайшие 5 лет правительство инвестирует 500 миллионов фунтов стерлингов, чтобы вывести Великобританию на передовые рубежи освоения этой технологии. А сотрудники компании 3D Varius недавно сумели напечатать на 3D-принтере электрическую скрипку «Паулин». Несмотря на то, что создатели утверждают, что их продукт – это первая в мире подобная электрическая скрипка, это заявление можно оспорить. В апреле этого года компания Monad Studio также создала скрипку, правда, всего с 2 струнами. Да и похоже, она была не на музыкальный инструмент, а на фантастическое оружие из ролевых игр. Что же касается Паулин, это куда более традиционный музыкальный инструмент в плане размера и количества струн, разве что корпус скрипки несколько замысловат и лишен привычного деревянного корпуса. Но это отнюдь не делает ее менее уникальной. Быть может, уже в ближайшем будущем появится целый оркестр из напечатанных инструментов. Но возможности 3D-печати не заканчиваются музыкой. Недавно ученые разработали новый метод печати аккумуляторных батарей на любой поверхности. Их технология позволяет создавать на 3D-принтере батареи с электродами и электролитом, придавая им нужную форму. Все дело в том, что в данном случае электролит представлен в виде пасты, а электроды изготовлены из суспензии. Элементы печатаются друг за другом на любую поверхность и затем отвердевают с помощью ультрафиолетового облучения. Это позволяет создавать любые формы. Новые батареи предлагают достойное время работы и 90% сохранение емкости после 30 циклов перезарядки. В будущем исследователи планируют продлить срок службы своих батарей и увеличить их плотность. Новая технология может внести большой вклад в развитие изогнутых смартфонов и носимых устройств, сделав их более компактными. Агентство NASA собирается в ближайшие годы значительно увеличить количество микроспутников или, иными словами, кубсатов в космосе. Недавно оно объявило о начале нового этапа программы CubeSat Launch Initiative, которая предоставляет бесплатный билет на орбиту микроспутникам, разработанным исследователями NASA, учебными заведениями и некоммерческими организациями. NASA планирует запустить по крайней мере по одному кубсату, разработанному в каждом из 50 штатов США. Стоит отметить, что микроспутники уже не новички на орбите Земли. Например, стартап из Сан-Франциско Planet Labs оперирует дюжиной действующих микроспутников, которые делают снимки из космоса по запросам пользователей. Что же касается кубсатов NASA, то они будут помогать налаживать связь во время входа в атмосферу и посадки миссии InSight, искать водяной лед на Луне, изучать астероиды и исследовать влияние космического излучения на ДНК. А 26-летний японский инженер Куниака Сайта разработал портативное средство передвижения, которое помещается в рюкзак. Свое изобретение Walk Car он называет первым в мире автомобилем в сумке. Walk Car имеет размер ноутбука и больше похож на скейтборд, нежели на автомобиль. Он выполнен из алюминия и весит от 2 до 3 килограммов, в зависимости от версии. Сайта надеется найти множество применений для своего самоката. Он говорит, что мощности Walk Car достаточно, чтобы с легкостью сдвинуть с места инвалидную коляску. Кроме того, легкое алюминиевое устройство способно выдержать нагрузку до 120 кг. Максимальная скорость Walk Car составляет 10 км в час, а дальность езды 12 км после 3-часовой подзарядки. Футуристический скейтборд будет стоить порядка $800. Поставки ожидаются весной 2016 года. А на этом все. Ставьте лайки, оставляйте умные комментарии, ищите нас в соцсетях. Пока!